Итак, мой первый день, он начался не в Стамбуле, а в одном из самых престижных стамбульских районов. Название его еще не запомнила, потом позже напишу. И еду я в свой первый день за очень важную вещь. Надо срочно купить турецкую симку и обменять доллары на лиры. Не успела это сделать в аэропорту. Буду сделать здесь, пока наслаждаюсь видами. Еду с водителем, ехать мне достаточно далеко. Такси здесь будет мне стоить около 250 рублей. Я добираюсь до одного из крупных торговых центров. Такси здесь выглядят вот так вот. Я приехала на нем. Вот такой торговый центр. Кстати, вход в торговый центр строго со сканированием. Смотрите, какую милоту покажу. Это прям в торговом центре. Какие красотулечки сидят. Плюшка вот такие. Ой, ой, тут какие барбусики пушистенькие. Господи, милота милотовая. Прелестные. Прелесть. Привет. Привет, котейка. Да ты все кусленький. Еще один подкрался. Иди, хорошенький. Вот такие красотулечные попугайчики красивые. Дайте ваши мордочки сниму. Хорошенькие такие мордашечки сладкие такие. Да, ты же не сладенький. Светишь хорошенький, да, закрыли тебя. Вот как зовут эти зверюшечки. Ну, вон те, вон зайчики вообще меня умиляют. Кокер, спаниель. А это? Ой, молчи. Не выговорю. А это? Британский. Брожу по турецкому супермаркету, пытаюсь осознать вообще, что, чем здесь питаются. Ну вот, например, блюда выставлены в таких чашах. В принципе, все как у нас. Да. Смотрите, как намного эстетичнее смотрится это именно в таких блюдах. Это не знаю, что такое. А как красиво вот в этих емкостях, смотрите, смотрится все. Домашнее соленье. Ой, красота. Перчик сосиски. Морковь, да? И какое невероятное количество всяких солений и мучений. Как красиво выглядят различные фруктовые сласти. Смотрите, как показывают качество пуха, качество пуховых одеял. Посмотрите, какие рыбы здесь плавают. Это все прям в торговом центре. Ох, какие! Да, с некоторой тоской смотрю я на название всех этих магазинов. Но ничего, скоро и у нас все будет. Нахожусь в торговом центре, и так приятно было слушать бачату, под которой буквально несколько дней мы танцевали хабараски.
Конечно, самое лучшее, что могли придумать турки в своих общественных заведениях, это абсолютно бесплатный чай, который подается всем гостям по запросу. Конечно, запросила я. А еще более приятно, когда чай тебе приносят несколько раз. Через каждые 15 минут, если видят, что посетитель не уходит, его опять приносят. У меня сегодня чуть не случился конфуз. Представляете, я не могла никак попасть в туалет, пока не догадалась, зачем здесь вообще все эти руки. Представляете, оказывается, дело вот в чем. Вот, и дверь открывается. Ну, я особый кайф для детей, когда в торговом центре можно вот так вот попрыгать. Стою и себя там вижу. Ну, просто большой торговый центр. С расширенными качелями. Таким торговым центром возят детей в таких прикольных вагончиках.